Как и обещали, возвращаемся к теме Дня города. Поздравить с днем рождения Краснодар приедут делегации из 7 стран мира. Представители из немецкого Карлсруэ, китайского Харбина, болгарского Бургаса, абхазского Сухума, армянского Еревана, французского Нанси и австрийского Вельса. Их связывают со столицей Кубани побратимские и партнерские связи. Также в гости приедет почетный консул России в Бургасе господин Тонкофотев. В составе каждой делегации официальные лица городов, а также представители предприятий и творческих организаций, студенты и спортсмены. Ожидается, что немецких гостей будет больше всего. Приедут сотрудники торгово-промышленной палаты и экономического сектора Карлсруэ. Они посетят кубанский политех, где обсудят развитие предпринимательства в сфере IT-технологий и дальнейшее сотрудничество. Запланированы встречи в Первой краевой клинической больнице и других медучреждениях Краснодара. А на Пушкинской площади 24 сентября немецкие пекари приготовят для жителей и гостей Краснодара национальные крендели, брецели. Впервые на день рождения города приедут гости из австрийского Вельса. В их планах установить взаимовыгодные связи с краевой столицей. А делегация из Франции планирует встретиться с талантливыми юными краснодарцами. Вице-мэр Нанси и президент ассоциации «Восточно-западные контакты» посетят одну из художественных школ и детский театр балета. Также они проведут встречу со студентами, где расскажут о возможности изучения французского языка в Нанси.